ТОП-5 самых загадочных знаков зодиака. Астрология может раскрыть тайные стороны нашей личности. Она предполагает, что знак зодиака может много рассказать о человеке. Хотя некоторые представители зодиакального круга известны своей открытостью, все же есть и те, кто склонен скрывать свою истинную сущность. Астрологи назвали 5 таких знаков. Водолей. Представители этого знака зодиака превосходно умеют разбираться в людях, а вот в свой внутренний мир предпочитают пускать только самых близких. В незнакомом обществе они часто уходят в раздумья и просто перестают поддерживать разговор. Водолей также может быть загадочным в своих действиях и намерениях, поэтому часто окружающие могут лишь догадываться о его истинных мотивах. Скорпион известен своими сильными эмоциями и врожденной интуицией. Это делает его проницательным. Представители этого знака часто видят сквозь маски, которые носят люди. Рожденные под знаком Скорпиона прекрасно знают, что кому и как можно рассказывать о себе. Более того, они умеют хранить чужие тайны, чтобы потом использовать их в личных целях. Козерог. Даже для самых близких людей внутренний мир Козерога – это тайна за 7 печатями. А все потому, что любые попытки влезть в душу пресекаются представителями этого знака зодиака решительно. Их скрытный характер построен на желании сохранять сдержанный внешний вид. Они часто самостоятельно решают свои проблемы, из-за чего кажутся другим загадочными. Рыбы. Хотя чужими секретами представители этого знака зодиака готовы делиться со всеми желающими, свои тайны они мастерски скрывают. Как только речь заходит об их чувствах и переживаниях, рыбы либо врут, либо уходят от ответа. Представители считаются самыми мечтательными из всех знаков зодиака. Они склонны уходить в мир грез и фантазий, где чувствуют себя более комфортно. Именно поэтому для многих людей рыбы являются загадочными. Раки. Вот уж у кого скрытность является излюбленной тактикой. Глядя на любого представителя этого знака зодиака, просто невозможно догадаться, сколько комплексов, проблем, фобий скрывается за его улыбкой. Лишь через пару лет раки начинают потихоньку все это вываливать на того, кто находится рядом. Многие не выдерживают такого откровения и сбегают.